Нужен ли кондиционер, если вы не в тропиках? Конечно, нужен, ведь летняя жара бывает и на севере. Но монтаж стационарной системы – процесс сложный. И здесь вас выручит мобильный кондиционер. От Electrolux способен заменить стационарную сплит-систему, а установить его можно в считанные минуты. Достаточно вывести в окно гибкий съемный воздуховод. При отсутствии необходимости его можно также быстро убрать или переставить на другое место. Несмотря на значительный вес, он легко передвигается на встроенных колесиках. Это позволяет использовать один мобильный кондиционер для нескольких помещений. В автоматическом режиме кондиционер будет работать на охлаждение, осушение или вентиляцию, в зависимости от условий окружающей среды. Прибор автоматически устанавливает режим и поддерживает заданную температуру. Скорость вентилятора также устанавливается автоматически. В комплект входит гофрированный шланг, соединитель шланга, выпускное сопло, а также полнофункциональный беспроводной пульт управления, с помощью которого можно установить желаемую температуру, выбрать режим работы и настроить таймер включения и выключения. Пульт снабжен жидкокристаллическим дисплеем, отображающим все текущие функции и настройки кондиционера. Подвижные жалюзи позволяют менять направление выходящего потока холодного воздуха, избегая его прямого попадания на людей. Конденсирующаяся влага, не успевающая выходить наружу, собирается в специальном резервуаре, при заполнении которого прибор автоматически остановит работу и оповестит об этом. Достаточно лишь открыть специальное отверстие и слить воду.